Предприятия малого бизнеса, работающие в сфере услуг, играют важную роль в формировании инфраструктуры города, в создании комфортных условий проживания и повышении качества и культуры обслуживания населения. Город заинтересован в развитии таких предприятий, в расширении спектра их услуг и готов оказать им максимальную поддержку. С 2007 года открыли под парикмахерские, а потом поддержка малого бизнеса, слышали вот такой помощи. Потом начали для народа шаговую доступность сделать. Тут же при парикмахерской открыли и при поддержке нашего департамента и ателье, и ремонт обуви, фотографии. Салон «Восток» и компания начал свою деятельность с открытия парикмахерской, а сотрудничество с Департаментом науки, промышленной политики и предпринимательства позволило компании расширить спектр услуг и занять достойное место в инфраструктуре города. Обувь вообще ремонтируется любая. Любая обувь ремонтируется, модельные в основном делаем. Вот, пожалуйста, хорошие набоечки, носятся очень хорошо, так что к вашим услугам. Всегда рады. Фотографируется там для анкет, вот эти, если часто подходит, для загранпаспорта. Усилия столичных властей, направленные на развитие потребительского рынка и услуг, дают неоспоримые преимущества предприятиям малого бизнеса, готовым работать в этой сфере.